Приветствую вас на моем канале. Это видео будет посвящено обзору карточки памяти Samsung EVO Plus на 128 гигабайт. Изначально я ее приобрел для смартфона, поскольку в смартфоне есть поддержка записи 4К видео. Действительно, емкость карточки памяти нужна. Эта карточка позиционируется как высокоскоростная. Производитель заявляет, что скорость чтения будет 100 МБ в секунду, а скорость записи будет до 90 МБ в секунду. Эта карточка сертифицирована. Производитель указывает, что гарантия 10 лет, хотя во всех магазинах гарантия ограничивается всего лишь 5 годами. Карточка памяти может производиться или в Корее, или на Филиппинах, или в Китае. Это будет непосредственно указано на самой карточке памяти. Откроем карточку памяти и приступим к тестированию. Также я вам ближе эту карточку памяти покажу. Обычно переходниками я стараюсь не пользоваться. Карточку памяти сейчас достану. Вот такая вот карточка памяти. Указано, что карточка памяти изготовлена в Филиппинах. Тестирование будет производиться, используя высокоскоростной картридер, а программное обеспечение это будет H2 Test, Crystal Disk Mark, это для Windows. Также я протестирую эту карточку памяти на своем смартфоне с помощью программы A1 SD Bench. Давайте смотреть результаты. Начну с программы H2 Test. Выбираю английский язык, выбираю диск карточки памяти и запускаю тест. Пока идет процесс тестирования, сообщу, что многие современные устройства имеют ограничения на скорость записи. Так, например, мой фотоаппарат Sony Alpha 6000 записывает фото и видео на карточку памяти не быстрее 35 МБ в секунду. Это касается и видеокамер, дронов, смартфонов. Поэтому, зная спецификацию своего устройства, можно подобрать карточку памяти более оптимально. Тест показал, что скорость последовательной записи составляет 77 МБ. А чтение 79 МБ в секунду. Тест программы Crystal Disk Test более обширный и затрагивает, кроме последовательной скорости записи чтения, еще и запись чтения случайных блоков размером 512 кБ, 4 кБ и 4 кБ с глубиной очереди 32. Я обратил внимание на первый результат, который показал скорость записи 85, а чтение 88 МБ в секунду. Тесты карточки памяти на компьютере завершились. Перехожу к смартфону. Вставляю карточку памяти. Форматирую ее, используя смартфон. Файловый менеджер определяет ее без проблем, как 128 ГБ. Запускаю тест A1 SD Bench. Выбираю из списка свою карточку памяти. Сразу автоматически запускается тест. Я думаю, что в смартфоне также есть ограничение на скорость записи. Мне интересно, какое. Сейчас увидим. Результат показал. Скорость чтения 72 МБ в секунду, а вот скорость записи 40 МБ в секунду. Что есть ограничение на запись самого смартфона. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы в комментариях.